эфире телеканала «Видное ТВ» новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте. Вот главные темы выпуска. Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел совещание в формате видеоконференции. Поставлена задача вакцинировать от ковида порядка 3 миллионов человек. В муниципалитете стартовал сезон ремонта подъездов. По итогам вот, ремонтная кампания 2021 года мы сделаем какой-то брендбук, чтобы там наш стиль узнаваем был. Как обезопасить себя от травм в зимнее время года? Надо подойти пациенту так, чтобы он не повернул ни головой, ни телом до тех пор, пока вы вопросы не зададите, что случилось. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в формате видеоконференции провел совещание с вице-губернаторами, руководством правительства Московской области, главами городских округов. На ней обсуждался ряд актуальных вопросов, которые в данный момент находятся в центре внимания. Формат видеоконференции уже давно стал привычным для руководства региона и муниципалитетов. В этот раз в ходе совещания губернатор Подмосковья обратил особое внимание на необходимость более активного развития кампании массовой вакцинации от коронавирусной инфекции. На прошлой неделе наш президент Владимир Владимирович Путин провел большое совещание по теме массовой вакцинации. Мы к ней готовы. Мы являемся одним из передовиков, но и объемы вакцинации у нас очень серьезные. Поставлена задача вакцинировать от ковида порядка 3 миллионов человек. Для этого планируется максимально упростить процесс записи на прививку и начать использовать мобильные пункты вакцинации. Губернатор отметил, что в настоящее время на территории Московской области снижается количество госпитализаций и увеличивается число выздоровевших. Койки во всех географических локациях у нас освобождаются. Поэтому я дал команду и Эльдару Нуруловичу Габдрахманову, и министру здравоохранения приступить к сворачиванию коек. Таким образом, начинается процесс возвращения медицинских учреждений, перепрофилированных для лечения пациентов с COVID-19, к обычной работе. Еще одна тема, которой коснулся губернатор – работа ЖКХ региона в условиях низких температур. Все службы ЖКХ должны быть исправны и работать без сбоев. Главам прошу держать руку на пульсе, и все какие-то перебои или жалобы жителей должны быть во главе угла. В связи с усилившимся морозом Андрей Воробьев поручил уделить особое внимание работе дорожных служб и общественного транспорта. Наша задача, чтобы автобусы были чистыми, теплыми в это время года и, соответственно, ходили по расписанию, были необходимой вместительностью. На совещании обсуждались меры по обеспечению безопасности на железнодорожном транспорте. По статистике, наиболее частой причиной смертельных случаев здесь является переход путей в неположенном месте. В прошлом году в области погибло около 300 человек. Наша задача – устранить, ликвидировать, как говорят, как класс, все народные тропы и места, где жители, и часто молодые, подвергаются угрозе. На совещании также обсуждался план мероприятий по реконструкции почтовых отделений Московской области. Они должны полностью преобразиться. Хочу поблагодарить Почту России за взаимопонимание и программу. Программа – это значит ресурсы. Выделены деньги, которые позволят нам поменять облик почты. И, соответственно, это касается каждого муниципалитета, каждой территории Московской области. В почтовых отделениях планируется провести ремонт фасадов, внутреннюю отделку помещений, сделать их доступными для маломобильных групп населения. По предварительной оценке, работы должны быть завершены не позднее 1 августа 2021 года. Максим Козлов, Елена Кошелева, Видное ТВ. В Ленинском округе начался сезон ремонта подъездов. Одной лишь муниципальной управляющей компании в 2021 году планируется привести в порядок около 20 подъездов. Что попадает под понятие «текущий ремонт» и жильцам каких домов его ожидать, расскажет Юлия Погосян. Многоквартирный дом по проспекту Ленинского комсомола 25 – один из тех, где в 2021 году появятся рабочие и ремонтная техника. Все подъезды этого дома вошли в программу текущего ремонта. Последний раз его проводили 5 лет назад. За это время только поменяли входную дверь. Благодаря сознательности жителей подъезды удалось сохранить в хорошем состоянии, но есть что исправлять. Сколько жителей, столько и мнений. Очень удобно, когда есть совет дома, есть председатель. Он коллегиальное мнение высказывает в адрес управляющей компании, и потом управляющая компания все это
исполняет. На следующей неделе мы с техником управляющей компании проходим по всему дому, по всем подъездам, составляем дефектную ведомость. Помимо того, что покраска, ремонт плитки, замена всех кабелей каналов, у нас еще будет ремонт отмостков. Всего в 2021 году муниципальная управляющая компания планирует отремонтировать порядка 20 своих подъездов. 6 подъездов будет отремонтировано за счет бюджета, софинансирование будет из бюджета Московской области, а остальные 14 подъездов за счет средств жителей. Содержание, капитальный ремонт. Да. А такими эти подъезды могут быть после ремонта. Креативное решение в прошлом году реализовали жители школьной 81. Модный цвет стен, выбеленный кирпич, хромированные поручни. У нас в доме проживает замечательная девочка-архитектор Сильна Марина Анатольевна. Она предложила нам свою помощь в выборе цвета краски, в выборе, подборе материалов, ну и за работу. Представители МУП УК ЖКХ стараются тесно взаимодействовать с жителями, чтобы всегда добиваться лучшего результата. Этот и другие подъезды, они показывают, что мы можем практически любой сложности ремонтной работы выполнить. То есть мы со своей стороны готовы. Мы готовим фотоматериалы, чтобы на примере этого там, и других адресов жители могли посмотреть, что вообще бывает и сколько это стоит. Вот, я вообще думаю, что там, по итогам ремонтной кампании 2021 года мы сделаем какой-то брендбук, чтобы там наш стиль узнаваем был. В активной фазе программа ремонта подъездов сейчас находится и в другой управляющей компании. ДС-6 планирует привести в порядок до 20 подъездов в микрорайоне. 2 из них уже готовы. Покрашены все стены и потолки. По необходимости заменена плитка в лифтах и на потолке. В феврале уже будет закончено 12 подъездов. Март, апрель, май. К лету подойдем еще 6 подъездов. В течение лета будут проводиться также работы по ремонту подъездов. Входных групп добавится замена плитки на входных группах и другие сопутствующие работы. Также ДС-6 в своих подъездах продолжает установку видеонаблюдения. В рамках закона мы не можем устанавливать видеонаблюдение только по общему собранию с жителями. Но есть моменты, такие как реклама на фасадах, с которой идет доход. Это доход жителей, он формируется на специальном счете. Эти деньги жители могут потратить как раз на то же самое видеонаблюдение. Чисто не там, где убирают, а там, где не ссорят. Это популярное выражение можно отнести и к ремонту. Люди сами в силах продлить жизнь свежему ремонту в своем подъезде. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская, «Видное ТВ». Зима – довольно травмоопасное время года. Скользкие дороги, использование пиротехники и спортивный экстрим нередко становятся причиной переломов, растяжений, ушибов и сотрясения головного мозга. Как уберечься и, главное, что можно делать, а что нельзя, если травмы все-таки не удалось избежать, расскажем в нашем следующем сюжете. Снежные заносы, гололед, метель, хрупкий лед на реке – все эти прелести зимы могут стать причиной различных травм или даже надолго уложить человека в больницу. Поскользнулась на улице, то есть, скорее всего, была скользкая поверхность. Угу. Вот, сломала, так сказать, в основном роль трех лодыжечных переломов. Перелом на нижней лодыжке, перелом внутренней лодыжки, перелом заднего края большеперцовой кости и под вывихом стопы сзади. Эту пациентку врача-травматолога Сулеймана Мусаева из Бутовского травмпункта после всех необходимых манипуляций пришлось госпитализировать для дальнейшей операции. Практикующие травматологи утверждают, помимо переломов конечностей, чаще всего зимой приходится сталкиваться с травмами головы и позвоночника. Сотрясение головного мозга, что момент падения, что получает, и повреждение или компрессионный перелом позвоночника. В основном пояснично-крестцового отдела, потому что в момент падения он приземляется как бы пятой точкой. Зимние спортивные развлечения также нередко заканчиваются травмами. Особо опасным видом среди них единогласно называют катание на ватрушках или тюбингах. Причем пострадать от них могут не только сами катающиеся, но и случайные прохожие. Кого-то сбивает с ног, вот они повреждают обычно голеностопные суставы, коленосуставы нижней конечности в основном повреждают. А те, которые непосредственно самого ватрушки, они от столкновения получают удар или в лицо, или в грудную клетку, или в спину. Если же травмы избежать не удалось, нужно действовать крайне осторожно. Ведь в случае тяжелой травмы неумело оказанная помощь может только навредить.
Надо подойти пациенту так, чтобы он не повернул ни головой, ни телом до тех пор, пока вы вопросы не зададите, что случилось, что болит, где беспокоит. Как вы узнали, что у него повреждена голова или спинной мозг, обязательно нужно вызывать скорую. В этот момент падения было ли потеря сознания. И 7 минут дать оценку там же на месте. Если человек вял, динамичен, если он маленький ребенок, плачет истерично. Также скорая необходима в случае, если человек не может сам или с поддержкой подняться на ноги. Если травму получил ребенок, медики в любом случае советуют показать его специалисту. Именно так поступила Людмила Кондратьева, когда ее сын Дима неудачно упал на руку. Подозрение было на вывих. На вывих, но там ответственность сразу появилась достаточно заметная. И доктор позволил мне посмотреть рентген. И там было, ну, даже я видела, что там есть перелом, и среагировали сразу в пятницу вечером. Угу. И правильно сделали. Чтобы избежать травм зимой, специалисты советуют выбирать удобную обувь на нескользкой подошве. Кататься на тюбинге исключительно на специально оборудованных трассах, не садиться на ватрушку по несколько человек, в том числе в паре ребенок-взрослый. И во время любых зимних развлечений не терять голову и быть осторожными. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видно этого. С 13 января профессиональный колледж Московия после дистанционного формата обучения вернулся к очному. Наша съемочная группа посетила образовательное учреждение и узнала, как сейчас проходят занятия и как в этом году будут праздновать День студента. В профессиональном колледже Московия, который расположен на территории поселка Развилка, подготовка студентов ведется по 28 образовательным программам. Здесь готовят специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих и служащих авиационной, железнодорожной, сельскохозяйственной отраслей. Многих из них для предприятий округа. Контингент обучающихся в объединенном структурном подразделении на 2020-2021 год составляет 1745 человек. 937 – городской округ Домодедово, 808 – Ленинский городской округ. С весны прошлого года занятия в колледже проходили дистанционно. С 13 января образовательное учреждение вернулось к привычному очному формату обучения. Стоит отметить, что и приемная комиссия, которая стартует уже в марте, также будет проходить в стандартном режиме. Отбор проходит по конкурсу аттестатов, по среднему баллу аттестата. И в конце августа абитуриенты понимают, зачислены они на обучение в структурное подразделение в колледж Московия или нет. Как рассказала заместитель руководителя структурного подразделения Ольга Ушакова, празднование Дня студента в Москве будет по плану, без изменений. По традиции 25 января в колледже проходит квест-игра для обучающихся. Первокурсники у нас проходят этапы. У нас распределены, как правило, этапы. Каждый этап у нас, за каждый этап отвечают старшекурсники. Какие у нас бывают этапы? Ну, получается, первый этап у нас история вообще колледжа, где задаются вопросы первокурсникам об истории колледжа, также на знание здания колледжа, сколько у нас кабинетов. Ежегодно у нас проходят концерты, праздники. На День студента мы отмечаем все это. Но также нас поздравляют, мы поздравляем. Студентка выпускного третьего курса Андрея Кашкадан учится по специальности сервис на воздушном транспорте. После окончания колледжа будет работать в аэропорту Домодедово. Андрея признается, что студенческие годы стали очень интересным периодом в ее жизни. Студенчество для меня — это самореализация, это успех, я думаю. На втором курсе я участвую вот в WorldSkills. Это чемпионат для молодых профессионалов. В принципе, нам дают опыт. Помимо основной учебы в колледже Московия, для студентов представлена разнообразная программа дополнительного образования. В учреждении работают несколько спортивных и технических секций, а также кружок патриотического воспитания. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч!